Смотри, если ты меня сегодня выбесишь, я расскажу эту шутку. Блядь, так я тебя и выбесю, скорее всего. Или ты меня выбесишь. Хочешь, чтобы я уже шутку рассказал, да? Какую? Почему? Почему? Какая шутка? Точно я хочу шутку? Он мне угрожает все это время какой-то шуткой. И я не понимаю, о чем этот человек. Подписчики, которые подписаны на меня, знают эту страшную шутку, Артемий. Так что я тебе не рекомендую. Ладно, будем пытаться избежать твоей шутки. А что ты злишься? Ты что, только начало вот этого вот, между прочим, скилл-теста. Кстати, а в чем заключается сегодняшний скилл-тест? А не то мы едем с тобой спокойно. Скилл-тест заключается в том, что это скилл-тест. И все, он 26%. Логично. Там будет... мы будем штурмовать с тобой замок. Прикинь. Знаешь, мне хватило того желтого квадратика в своей жизни. Да, это тоже был замок. Какой-то серый огромный замок реально там с каким-то крепостным стенами. А может ты меня подождешь? А я жду тебя. Трансформация! О, Делориан! А, нет. Нет, я утонул. А ты не утонул. У меня красный парашютик! Блин, а я утонул. Грустно. Блин, тут паркур какой-то прикольный, прикинь. Короче, смотри, тут стоперы повсюду, так что аккуратней. Рано не прыгай. Вот стопер проехал, потом прыгай. А это не стопер, это этот. Перезарядка. Боже ж ты мой. Слушай, а тут хорош. Тут отлично на самом деле. Да, я говорю тебе про это. Сейчас назад я тоже отъеду. Ну тут наверх, я думаю, можно запрыгнуть. Не, я не хочу. Ага, сейчас. Думал меня наебать, я тебя сам наебу. Нет. Это была тактика, я ее придерживался, ясно? Я просто такой, типа, смотрю на тебя, ахаха, тупой. А как прыгать? Упал. И я такой же за тобой следую. Серьезно? Да. На какую кнопку прыгать, Артём? Ты на джойстике? Да. Короче, правый верхний shift. То есть не курок, а shift. Чё, блядь, какой shift? Ну, блин, под указательным пальцем. РБ? Да, РБ. Ну, я тупой. Зажми! Зажми! А, так что ты сразу не сказал? Так я тебе сказал. Блин, я опять утонул. Так вот, все, я тоже. Я, короче, недавно начал в Майн гонять и начал паркуры всякие проходить. Так вот, там такой же паркур был. В Майн? В Майнкрафт? Да. Нет! Ты водяной. Я водяной. Бля, я тоже. Поговорил бы кто-нибудь со мной. А не то одни пиявки. Ехай, бочка. И глюки. Мы дебилы, давай начнем с этого. О, хорош. О, я перепрыгнул, сука, нет. О, ты всплыл. На секундочку, ты всплыл. Знаешь, типа, ты был лучшего мнения обо мне, но я всплыл, да? Да-да-да. Так, отлично, я прошел, я до чека зашел, а ты нет. А теперь ждите меня 1500 часов. А, что? Чё, блэд? Что? Ты куда-то ушел уже, а? Я не понял. Да нет, я в воздухе за... Ладно, окей. Не рассказывай мне, самому интересно. Увидишь потом на ролике. Я сейчас немножко удивлен был физикой. Такого еще не было. О, да блять. Теперь меня будут велосипеды долбать, да? Ты их будешь долбать. Там, в общем, даже не знаешь. Там вот эта платформа есть. Вот помнишь в углу, да? Угу. Можно ее перепрыгнуть по факту. Да, попытайся. Не, я ее перепрыгиваю, но типа сейчас я не допрыгиваю. Логично, да. Ой, блядь, тут еще волны начали идти, охуенно. У тебя есть все шансы не пройти. У меня есть 100% вероятность, что я, блядь, останусь тут навсегда. Ну, не 100%, не настолько уж ты плох. Да. Не переживай, я еду к тебе на помощь. Так, сука, я стой утону. Там! Чё тебе не так? Я помогать тебе могу. Могу. А можно на заднем было колесе остановиться, а, чел? Жди меня, я приду. Я пытаюсь обратно заехать, у меня так один раз получилось. Говорит Господь Бог, пожали ты Сергея.
А не то он с катушек слетит. Да блять. Ну типа, а я могу ехать и зажимать? Нет. Тебе нужно, смотри, тебе нужно сначала разогнаться, потом только нажимать прыжок. Глайдом скорее, даже не слайдом. О, блять, нихуя себе! Ты это видел? Да. А это как, блять, зашло, блять? Ну так вот ты пузом наехал на следующую платформу и подпрыгнул. Красава. Я просто, блядь, я нажимал, чтоб ты понимал. Ну ты еще, видимо, нос задрал. Ой, блядь. Тихо, 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 спокойно, назад сдай. Я тебя даже засейвить здесь могу, понимаешь? Ты такой барин, что тебя даже тут вот это вот... Кони тебя сейвить будут. Во! Там, надеюсь, прыгать не надо? Надо. Фух, ну тут хотя бы, блядь, вот это... В смысле? Что это нахуй? Чувак, я не знаю, это уже второй раз эта херня. Это то, что было до этого? Да, только я там, наверное, полминуты висел вот так, вращался там, что хотел, делал. Я просто посмотрел сейчас на это, я не понял. А, блядь! Ни хрена себе, ты что делаешь? Что это за хуйня была? Я не знаю. Ребята, ставьте лайкус, чтобы Следжер почаще приходил на наши ролики. А, блять, а хуй там плавал, у меня просто так не позовет. Вот если будете ставить лайки, то, собственно, и позову почаще, вот. А, ну, если не хотите ее увидеть вообще, если вот он мутный чувак, то вот не ставьте лайки, все. Ага, блядь. Я сказал, кто тут вот. Я такой, на следующий день, короче, минус 500 лайков на ролике. Я отлично, сдох. Блядь. А ты сдох? Слезер приземлился нормально, я приземлился как конч просто. Так я тоже сдох, братан. Так ты, я просто вздох от того, что на крышу приземлился. В блин, ты такая эпилептическая хрень просто, ты бы увидел ее сейчас, это ужас. Ты так, видишь ладно, ее? Я умер, подожди, вот я появился. Ты а, рофли... вижу, да, ой, поехали отсюда, мне аж самому не хреново. Да, я вообще не понимаю. Как... А, куда, что? О, как? Я подпрыгнул, но я не долетел. Я тоже подпрыгнул, но я не понял, а че, а как? Да, просто заднее колесо задирай. О, я заднее колесо задер и выжил. Я сдох. Выжил или сдох? Ну, знаешь, в чем рофл? Подожди, а что за глайд? Я упал. Меня что-то в воздухе, короче, как подпинуло, как будто я загладил. Ну я просто на вторую платформу как-то заделся и все. Во, видишь? А, ну ладно. Я просто с мотыка выпал и все. Эй, стой! Стой! Наверное. Слушай, ну как тебе этот замок? Не такой. Мне замок как пока тогда, что да? Нравится, он грамотно сделан, он выдержал свой стиль. Есть архитектурная сатея. Сатея. Ты же у нас архитектор, да? Блять! Фух! Что ты скажешь как архитектор об этом замке, чувак? Он сделан в стиле минимализма. В нем строгая форма, которая придерживался Советский Союз. В этой форме есть все то, что нету на твоем канале. Ну сейчас я немножко подохерел, конечно. Что-то слишком много умных слов получилось. Сосать, понятно? Я умнее тебя. Жопа с ручками. Это предел моего словарного запаса. Так, ехай. Не едет. Не, ну это будет вообще какая-то дикая матрица, если нас просят на ту стенку поставиться 90 градусов и проехать. А у меня вообще не ставится. Можно попытаться так скинуться, сброситься. Да, я буду так и пытаться, а как еще по-другому? Да, я только без головы. А, я взял чекпоинт, блядь, здрасте! Да, я тебе еще по голове проехал, классно было. Фу, какой ты мерзкий. Че это мерзкий? С них пор ездить по чужой голове, это мерзко. Это нехорошо, но это не мерзко. А вот это вот сейчас жопа будет. Блять, сука, опять гадать, как это проходить. Да вы заебали. Не, я примерно понимаю, типа... Бля, слушай, там очень высоко. А я, блять, я уже выучил все тактики по этому руинеру. А, хуй там плавал. Ну вот похоже на то, да, но что-то как-то нет. Понимаешь? Короче, с самого конца просто на месте прыгай, даже вперед не едь. Ладно. Задирай нос и, ну, как ты знаешь.
Ну, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Ну да, там вообще чуть-чуть вперед сдавать не надо. Ля, серьезно, где физика-то, э? Блядь, а там же выше, чем до этого! Да! И как нахуй? Я не знаю. Сейчас будем разбираться. Можно мне лифт наверх, пожалуйста? А можно мне девушку? Нет. Тут есть только парень, и это я. Гей-клубы есть тут, блядь. Нету здесь гей-клубов. Где ты видел гей-клуб? В Краснодаре. И там работает... Ты не был там! Тюка. Так, блядь, стоять, я вот тут на самый край. Блядь, почти, прикинь! Да как, я не понимаю, у меня не получается. Прикинь, а у меня получилось! Ну я сейчас, конечно, подофигею. Я же руинер. Прям на край становись! Давай! Да нет! Вообще нет! Тюка. Пиздец. А знаешь, чем еще рофлил? Я немножко падать начал, но я как-то прыгнул. Чего, может быть, тебе надо еще и колеса свесить, что ли? Оно же так не должно, да? Не, ну мы тогда еще ниже были. Так, ладно, это фигня. Не, ну я носиком все время бьюсь, но это рофл какой-то жесткий. What the fuck? Так, аккуратно. Там, короче, какая-то хрень, ты должен градус именно какой-то четкий взять в воздухе, при котором он будет это максимально делать. Ау, о, заебись, да. Моя жопа. Во! Блять, почти! Знаешь, что я сделал? Чё ты сделал? Я, короче, назад сдал. Я почти падать начал, как-то прыгнул под конец. Меня назад немного сдал, и я вперед прям подлетел. В душе не ебу, как это произошло. Я не знаю, как это объяснить. По физике я должен был, блять, назад улететь, но я вперед полетел. Короче, я по инерции начал назад сдавать, вот потом прыгнул. Ух, ни хрена себе, чё? Вот это фишки, а, ребята. Вот это вот хрен бы мы с тобой доперли. Да, блядь, обосраться. Нихера как, себе. Как это, блядь, работает? Это по всем законам физики неправильно работает. Можно я выпилюсь отсюда, пожалуйста? Меня так бомбит от этой хрени, если честно, сейчас. Вот просто, ну в смысле, блин? Не, серьезно, блин, благодаря тем людям только. А тут как нахуй, что? Давай назад, блядь, похуй уже. Я не знаю. Сейчас посмотрим. Да! Серьезно? Просто назад сдаешь? Да! Она прыгает выше, если ты сдаешь назад? Что? Да, все задние сдают бы выше назад. Блядь, пиздец. Я не знаю, что я сказал, помоги. Да-да-да-да. Я тоже не понял. Ну я, блядь, ну серьезно, нахуй, блядь. Ну вы чё, издеваетесь надо мной? Ну это невозможно! Писос! Давай, блин, братан! Прикинь, вот мы с тобой сколько на руинерах уже гоняем, да? И ни разу нам такая фигня не попадалась. А теперь на рывках вот это. Во, всё. Я полетел дальше. Эй, помогите! Ты рофлишь. Я взял! Красавчик. Отгадай, какое дальше. Мотоки. О, да, мотоки. Я люблю мотоки. Да это лучше, чем руинеры сейчас. А куда идти? Нашел дырочку. А нам сюда надо? Нет, идиот, блядь. Там направо показывал знак. А зачем дырочка тогда? Я человек простой, вижу дырку, въезжаю в нее. Так же, как и в гей-клубе, да? Извращенец ты. Я извращенец! Ты сука, извращенец. Блин, три видоса подряд говорили про это! Ты извращенец! Я такого не делаю. Я человек не такой. А, и там это... Жена, попизди мне тут. Сука, вы что, поиздеваться решили над моими нервами? О, глайдом, блядь, ну чё ты? Сразу не сказал. Так глайдом, а как-то это нужно еще выровняться, как-то это сложно, блин. Да. Тебе, понимаешь, ты глайдом приземлишь, ты на спину приземлишься. Тебе нужно приземлиться ровно. А может бочком? Может быть. О, сливным, блин. О, блядь, проехал! В смысле, серьезно? Да. Ты там? Посмотри как? На меня. Я бочком прыгну. Вот видишь меня? Привет. Привет.
А я не прыгнул бочком. Блять, поверь мне, то, что а сейчас... А как я тебе бочком-то прыгну? Я вообще не вперёд. Короче, я ехал, да. Ты прям по стене соскользил, что ли? Да. Ах, ты можешь. Знаешь, он самый дикий рофл? Это было еще легкое сравнение с тем, что нас дальше ждет. Сейчас посмотрим, подожди. Мне бы доехать бы. Тюка! Интересно, сколько грюк сегодня упадет в воду? Знаешь, ты как рубль. Тоже часто падаешь на дно. Да, Путин так же бесит, когда рубль падает. Сука. Я цепанулся почти колесом. Это так наше падает Министерство здравоохранения. А это так падает наша экономика в России. А вот это упала моя самооценка. Сука, я не знаю, как это пройти, серьезно. Как ты это сделал? Лакер. Знаешь, типа рубль поднялся и резко упал, блять. Он был так близок. Чтобы стать один к одному к доллару. Смотри, я тебе объясняю. Ты немножко задрался, потом просто... чуть-чуть задрался, вот получилось задраться. Потом ты сразу возвращаешься в исходное положение. Ну харе, как рубль падает, заебал. Да подожди, сейчас все сделаю. Думаешь, ой, будет, легко, знаешь, обидно, ли? Если после этого... Ох ты ж, сейчас, вот это подожди, сейчас подожди. Я идеально залетел. Сейчас. Фу. Подожди. Сейчас. Ты еще член рисуешь? Нет, я хочу... Не член рисую, я рисую смайлик. Я думал член нарисовать, но мне потом перезахотелось. Вау. И я удивлен. Что именно? Тем, что тебе перезахотелось его рисовать. Чувак, я тебя огорчу, потому что у меня тут, ну, как бы мало чего видно. Я вижу здесь два полукруга и одну черточку. И свой полукруг, они, видимо, стираются. Ты понимаешь, нас это сейчас ждет. И вот будет обидно, если после нашей фортуны мы всосем там. Да. А я еще думаю, вот а с какой бы стороны бы лучше это сделать? Наверное, с вот этой все-таки. Да, тут градус. А там потом дальше перепрыгнуть надо будет в другую сторону. Да. Так, давай я поеду первым. Удачи. Конечно. Спасайся! Сука, я опять здесь! Ничего, не парься, сейчас к тебе вернусь. О, я выжил. В смысле ты выжил? Я не знаю, а в чем у тебя были проблемы? Это же легко. Блять. Что сегодня не так с игрой? Что, Артём опять сесть вот не нравится ему, да? Да. Чё вообще начинается? Я же круче тебя был. Самооценку мною поднимал, да, блять? Да. Ничего, будет 100 тысяч подписчиков, начну я выёбываться. Нет, я это не хочу снимать. Я не достоин этого. Нет, это будем снимать, потому что я сказал. Я так хоть раз делал. Всегда! Нет. О, я к тебе возвращаюсь. Все, видишь, я спокоен, в отличие от некоторых. Стабильность, да. Блять, там знаешь, вот эта табличка вниз дырка показывает. Я об нее постоянно жахаюсь. А, так что ты сразу не сказал? Ну типа об нее или там рядом где-то постоянно жахаюсь, это сложно. А, там гладить еще можно. Да в смысле, я приземлился нормально, На заднее кольцо приземлился, он слетел. Дебил! Ничего, мы сейчас научимся в дырки попадать. 31 годик, я еще не умею. Пора бы задуматься. Пора бы задуматься, да. Тебе пора пойти к проктологу. Почему к проктологу-то, блин? Проктолог сам умеет в дырки попадать, зачем мне? Я не хочу уметь, как он, блин. Жопами занимается. Ну да, блин. Господи, Слендер, ты меня пугаешь. Говорит, пойди к проктологу. Что, блин? Слушай, ну после всех гей-клубов, которые ты там был, можно было... Да не был я ни в одном гей-клубе, отстаньте от меня, Стиви, он доколебался.
Я доколебал. О, я видел, как ты плавал. Блять, вот нужно было эту хуйню так поставить, чтобы ты, блядь, вообще не мог. Ну да, они кривенько сделали. О, это. О, попал. Короче, чувак, ну сюда ты знаешь, как залезть. Да я вообще не ебу, как залезть. О, блядь, красава! Ух! Следжер, огонь. Так, о, чекпоинт, нормально. О! Воу! Воу! Я перелетел эту рамку. Вниз едем. Тут должна быть плотина. Где плотина? А, это все, финиш? Да. Пока. Господи, слушай, это было хардкорненько вообще. Я первый! Да-да-да, я первый! Сосать! Господи, я это... Не знаю, к психотерапевту тебя может быть, или к проктологу тоже, опять по нашему обычаю. Можно к проктологу. И там веселее, да? Да. Там интересные картинки на стенах. Ребятки. Вот это я, блядь, сейчас. Ставьте лайк, подписывайтесь на меня, на Слэзера, ссылки на всех. На кого, блин, на всех, только на тебя. Вот я дебил.